Всем привет, народ! Вы на канале Мяски и Бани Сауны. С вами Правда Максим. И сегодня у нас на обзоре очередная наша новинка. Это будет печка. Печка IO Mini Stone. То есть это печка IO Mini в каменной обкладке. В общем, ценителям бани, я думаю, это понравится. Сейчас я ее покажу, как она. Мы ее собрали на улице, чтобы сделать ее внешний вид, показать ее со всех сторон. И теперь мы будем демонтировать старую печку, демонтировать морской брыз, демонтировать дымоход. Это мы снимать не будем, будем зато снимать монтаж печки, как это делается. То есть, в принципе, она монтируется очень просто. Я думаю, что я ее соберу. На раствор мы ее собирать не будем, естественно. То есть она не на раствор, а на мастику собирается. То есть, чтобы ее нам потом разобрать, будем собирать ее просто на штифты. В общем, поехали разбирать, а вы пока посмотрите, что за печь. Итак, поехали собирать печку. Я поставил уже первый ряд, чтобы просто было наглядно. Вообще у нас, в принципе, это дело обчерчивается обычно, но если я буду под каждую печку здесь чертить, здесь будет просто масса чертежей. В общем, у нас вот тут отверстие в кирпичах, оно собрано было на штифтах, чтобы не разваливалось. Сейчас я буду просто собирать кладку, ну, может, где-нибудь буду использовать штифты. В общем, единственного кирпича здесь нету, вот с правой стороны здесь у нас будет стоять эта решетка вентиляционная, то есть ее здесь не будет видно с этой стороны. Дальше смотрим, какие у нас камешки. Все пронумеровано. Камень мрамор, напомню, если я не говорил, не помню. Все пронумеровано циферками вверх. Начинается он всегда с правого дальнего угла, он циферка 1. Дальше он второй кирпич, третий, четвертый, пятый, и погнали. В общем, все, начинаю сейчас собирать. Если получится, попробую поснимать. Здесь просто не очень удобные ракурсы. Пробую сейчас установить как-нибудь камеру, чтобы было хоть чуть-чуть понятно. Либо буду делать паузы и рассказывать. Так, мы берем решетку. Открывается, закрывается у нас вот таким образом. Ставлю я ее сюда. Одной рукой, конечно, мне это будет неудобно, но смысл вот такой. И заводится прямо в кирпич, одевается там, одевается тут. И дальше у нас ставится следующий кирпич. По номеру у нас будет 7. То есть я его так поставлю. Вот так вот. Вот так вот оно будет выглядеть. Дальше просто одной рукой я не смогу сделать. Покажу уже, как сделано будет. Так, у нас уже практически третий ряд в сборе. Все идет по порядку, как вы видите, по часовой стрелке. 9, вот дальше 10. Здесь уже третий ряд, здесь уже больше, 11, 12, 13. В общем, я не использую ни мастику, ни клей. Просто складываю даже без штифтов. В общем, следующий будет сейчас перевязочный, над топкой идти. То есть самое главное просто нумерацию соблюдать. Все швы должны спать, ну вот, кромка снята, она на фасаде должно быть только таким образом. Все очень быстро, очень просто. Поехали дальше. Водрузил я 16-й камень, он у нас в виде перемычки. Все сошлось, самое главное, чтобы сошлось по ширине. То есть здесь и здесь. Если все сошлось, продолжаем кладку дальше. Поехали. Итак, наш пазл собранный. Заняло меня это где-то минут 10. Офигенное, интересное занятие для тех, кто любит поработать руками и, в принципе, ну, не вглубляться так в подробности, так скажем. Ну, реально, лего сложил, потратил на это 10 минут, получил удовольствие. Получилась вот такая красота. Скоро эта красота появится у нас в серии. Так что сейчас точную цену я не буду писать, но она будет достаточно адекватная для каменной печи. То есть это будет у нас печка, напоминаю, мрамор. Офигенный рисунок. Будет единственное, только, наверное, поменьше мы сделаем. Ой, кромка. Кромку срезать будем чуть-чуть поменьше. Мне кажется, будет на небольшом кирпиче, но смотреться более прикольно. Кстати, вот эти номерочки, они потом стираются. И
Ну и просто, это просто маркер, то есть он легко снимается. Какой-то логотип из нержавеющей стали, все естественно. Так же, как и закрытая каменка, тоже из нержавеющей стали. Осталось только у нас, значит, заправить печку. Внутрь у нас идет нефрит, так же, как и во всех наших печках заправка нефритом. Сверху у нас сталькохлорид. Заливаем воду в ППШ и начинаем париться. Но об этом уже в другой серии. В общем, такая красота у меня получилась. Осталось только заправить баки водой, загрузить камни, затопить печку. Я уже как будто попарился, пока складывал. Здесь просто нереальная жара стоит на улице. Хоть и дождь идет, но градусов, наверное, я не знаю, здесь градусов 45, наверное, в бане. То есть сложил печку, как будто в баню сам сходил, попарился. В общем, обзор печи и непосредственно парение, это будет уже совсем другие ролики. А сейчас будем заканчивать, так что всем пока и с легким паром.